За 2019 год коммунальные службы должны по плану отремонтировать на Сходней 9 жилых домов. Сейчас ведут сезонные работы. В микрорайоне латают фасады, кровли, приводят в порядок инженерные системы центрального отопления и канализацию. В доме на Первомайской улице период планового отключения горячей воды. Пользуясь подходящим моментом, коммунальщики меняют радиаторы в квартирах жильцов и общедомовые коммуникации. После этого, соответственно, мы будем в процессе это все контролировать. Проверять работы квартиры с каждого жителя, естественно, мы попросим, чтобы он расписался, чтобы он сказал, что у него все хорошо, его все устраивает. Будут проводиться гидравлические испытания, которые уже покажут качество ремонта работ, качество работы и качество сборки системы. Я думаю, что все будет хорошо. Программа капитального ремонта в Сходне началась в 2014 году. С перечнем адресов, вошедших в программу, можно ознакомиться на сайте администрации города.